Самый быстрый путь в Северное Королевство проходит через затерянный лес. Сначала иди на север, затем снова на север, еще на север, и наконец на север. Ну, в Канаду, походу. Добрый день, дорогие друзья и товарищи, и как первый раз записывая Let's Play. Пока, суть до дела, мы решили, что дядя Дима и эту серию одолеет, поскольку говорит, типа, Виталь, ну что ты будешь играть амуниции этой всей классной? Я ходил, я ее покупал, я, значит, друзья, там на 14 левел покупал оружие, я должен его, говорит, и протестировать. Друзья, вы не поверите, у нас до сих пор идет дождь с прошлой серии. До сих пор гремит. Это правда, ребят. Но мы так рады, что наконец-то пошел дождь, потому что все-таки это 35-градусная жара уже вымораживает. Что это? Подойдите поближе. Должно быть, новичку понадобилась наша помощь. Симфемес аутсуби аун авертел. Что это за язык? Какой-то странный диалект оркского. Я слышал его раньше, в Северном Королевстве. О, в Северном Королевстве? Похоже, это текст из того документа. Это ключ, который даст нам возможность вербовать девочек в нашу армию. Новичок, надо его перевести. Ну же, давай, выкладывай. Перевести этот документ будет непросто. Чтобы пробраться в Северное Королевство, тебе нужно сменить личность. Паспорт, теперь да. Ты не командир ЧМО, а Ларри Бобкинс из Кливленда. Ужасе. Самый быстрый путь в Северное Королевство проходит через затерянный лес. Сначала иди на север, затем снова на север, еще на север, и наконец на север. Ну, в Канаду, походу. Лучше бы тебе сначала вклеить в паспорт настоящую свою фотку. Блин, хорошо, что мы, ребята, одели маховики эти все, потому что мы идем в Канаду, наконец-то. Так, давай мы, наверное, сейчас поедем, да? Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, тра-та-та-ра. Так, нам надо фото вклеить. А, сначала, да? Да. Так вон ты пропустил. Где? Назад. Еще. Вот. Да. Это ж мы там Терренса и Филиппа сейчас встретим. Мы сейчас там всех встретим канадцев. Би Джоу. Кстати, мы сюда ни разу не заходили. Пошли, блин. А мы сюда идем, нам сюда и надо. Не туда нам надо фотку вклеить. Ну нифига себе, блин, наконец-то. Вон что-то, где можно похерачить все дюшки. Нас же не пускало, понял, а когда зомби-апокалипсис, мы можем пройти без проблем. Как грубо. Так что-то здесь делать надо, чувак. Сейчас тут надо вот это... Вонючары? В проектор надо херануть, наверное. Ну, какая-то херня. Мне их надо разбивать. А как же я пройду? Ну, это вопрос. А ну попробуй херануть в этот. Не, проект. Не достает. Ближе подойду. Ну. Не, и тут и пройти. О, не, пройти не может. А ну, в самый крутый к сцене давай. Что-то на сцене происходит. Ты, это что, это просто так для прикола, что ли, сделал? Может... А вот это херач. О! О, так тут может что-то... 3D-очки есть. Так, как-то и туда можно пройти. Ну да. Крышка от бутылки. Вопрос как? Как в Fallout'е крышечки собираем. Так, вопрос как? Вот все, мы еще дрочиться будем. Пошли, ну и нахер. Ну давай, бляха. Так. Зомби, поговори. А ну, на. Да поговори. Там говорили, ничего нету. Да не говорил ты с ним, блин. Куда нам? В
Вот фотка, я стоит вижу. Тёлочка там. Ну куда ты пошел? Блять, ну тупит этот сугроб. Сугроб тупит. Так, а здесь мы уже когда-то были. Кодиак написано, это типа кодак типа. Да, это типа того. Манан, типа Кэнон. Так, нам надо к этому приезжали. Привет, фотографироваться на паспорт? Проходи вон в ту комнату и мы начнем. Ух ты, ёпта моя. Ничего себе. Встань под свет, пожалуйста. Это, блин, хромаки, ничего себе. Okay, отлично, smile. Улыбаемся. А у тебя есть другая одежда? Может, переоденешься? Нет, да мне нахер. Это удобно. Пошел нахер. Да, все это как-то не так. Попробуем-ка другой наряд. Педрила. Сука. Так, подожди. А что нам одевать? Нет, слушай, давай снимем эту рубашку. А ну-ка, попробуй. В рубашке удобней. Нет, с таким освещением тебе придется снять эту рубашку. Блин, ну говно. Че, голым что ли стоять? Да, теперь вот лучше вот так вот. Что тут за извращенцы, блин, все какие-то? О, нет, эти штаны не подходят к освещению. Можешь их под... Я уже не могу дальше читать, подвернуть. Ты что, снял штаны? Нет. Эти штаны здесь просто лишние. Блин. Блин, какой-то извращенец. Труса. Хорошо, все в порядке, прекрасно. Да, отлично, можно снять белье. Ах ты мерзкий сукин сын, остановите его. Живьем не возьмешь, тварь. Блин, он извращенец. Да, потому что он извращенец. Ты видишь, он отхерачил какого-то другого клиента. Блин, и снял с него все. Бей сразу с этого. С палки своей. А ты че нас здесь? Бей с палки, говорю. Палки? Да. Он педофил! Написано? Да! А, вон оно шо. За педофилию мы ему сейчас накажем, его по полной. Ну давай. Теперь посмотрим, как ты со мной справишься. Так. Палец в жопу. Отток жизни. А, он типа забирает у него и хилит тебя. Круто. Вот это круто. Зафоткай меня. Херь какая-то. Скажи моей жене, что она мне очень нравилась. Когда нам новый уровень дадут? Ух ты, молодец, пацан, боец из тебя, ничего. Ладно, давай, мы уже покончим с этим. Широкая улыбочка. Поздравляю тебя с первым паспортом, пацан. Это фотограф был, а педофил его отхерачил. А, может быть. Да точно. Так все равно у нас сфоткал голым на паспорт. Доберитесь до канадской границы. Снимай с него шмотки, блин, и переодевайся. Флешка там вся херня. Да, друзья, взял нас раздел, педик. Ой. Так, сколько нам до... Все, осталось чуть-чуть. Да. Так, давай до Канады, ё-моё, там кого-то замочим и получим. Друзья, мы направляемся в Канаду, наконец-то. Где там Тимми? Не, не знаю. Они все покемонов собирают. Друзья, как вы относитесь к покемонам? Так как, тоже сидят в ванной и собирают. Сюда? Ну конечно. Друзья! Идешь на север, потом на север, потом сворачиваешь еще раз на север и дальше на север. Давай помочимся с ними. Не хочу я с ними мочиться. Пошли уже квест выполнять. Так уровень будем с оружием новым.
Ну давай. Чуть замочим чуть-чуть. Как раз нам... Да я просто помню, что ты не хотел как раз с ними связываться, блин, в песочнице. Ну, сейчас мы их запалим, быстренько сейчас пройдем. А чё на второго не захватило? Чё за фигня? Того давай, кажи. Ну так аж ты... О! Красава! Зальный шуле! Корова руля, музыка. Блин, ребята, музыка круче, чем в Варкрафте. Так, я все хотел ее скачать себе на этот. На телефон. Да, один остался, такого еще не было. Он догорел. От своей же хлопушки. О, все, новый уровень. Нет! Да не новый еще, надо квесты выполнять на новый уровень. Быстрее дело будет. Ну ладно. А тот чувак там уже, наверное, вообще загнился так, он все время с этим выехал. О, бомж! Покупай у него. Да ладно. Ну понятно. Ну что, бомжа может быть? А как мы до границы? Ну иди дальше, куда ты пошел? Наверх. Зачем? Музыка пошла. Все, теперь да. Только на север. Так мы как викинги. Опа. Крутяк. Музыка, музыка. Надо пердеть на них. Да? Не той кнопкой. Давай, перди. А не той кнопкой, говорю, блин. Блять, какой ёптво. Сука, я все вот всё, я, херной... я не буду ничего говорить, блин, хай сам думает. Блять, что за говно? Блять, как она кумает, блин. Да как это дерьмо сменить-то, ёптвою мать. О. Наконец-то, не прошло и 3 дня. Да я отсюда кумали тут. Оба. На север все время. А, точно. Тут ты еще заблудишься. Мы здесь уже ходили. Может нам просто оставаться на месте и ждать? Бля. Я думаю, нам в эту сторону. Туда? Конечно. Все время на север, он же сказал тебе. Я пробежал. Блин, граница Канады. Крутяк. О! Оба! Друзья! Welcome to Canada! Нет, видишь, нельзя сюда. О, у тебя есть паспорт? Давай, давай его сюда. Документы в порядке. Ну что ж, теперь я дозволю тебе пребывать в великом стране Канаде. Открыть ворота. Блин, ты еще перевод сделали, как знаешь, такой украинский какой-то. Ой, польский. Я сейчас сам открою. Польский. А, это он сам себе сказал, да? Идиот. Походу, у них там этого не хватает персонала. Поговори с принцем в Канаде. Принцем? У них принц? Оба! Добро пожаловать в Канаду. Это что такое за восьмибитка пошла? Крутяк. Да ладно, ничего себе, ребят. Это же, елки-моги, герои прям. А музыка. Класс. А, это типа, понял, типа, Канада, чувак, Канада, понял, типа, двухмерно, типа, неразвитая. Ну да, да. Штатах уже, типа, 3D. Добро пожаловать в магазин, могу ли я вас заинтересовать? Ух ты, ну. Слушай, я здесь там, блин, ну, у нас круче. Не, ну, нам тут не надо. А снаряжения нету. Ну, может быть, у кого-то есть и снаряжение, надо посмотреть. Тут чисто сделали. Подожди, а туда что-то не зашел, там вон кофе взять. Да какой кофе? 3D, 8-битный, да 8-битный. Да не, ну круто, круто сделали, молодцы. Ну они опустили Канаду просто. Ничего страшного, Канада так нормально живет. Что-то за Украину говорить. Добро пожаловать в банк Канады.
Что, поменять деньги можно еще? На канадские. Да, потому что ты же не сможешь за американские покупать. А нам ничего не надо покупать. Почему не надо? А мы шанс, там ничего нет. Так дальше будет. А ну, попробуем. Да поменяй хоть чуть-чуть. Не надо. Если надо будет, вернемся. Ну поменяй чуть-чуть, что тебе с этого будет, блин? Нахера возвращаться, ты уже здесь. Добро пожаловать в поликлинику Оттавы. Ты пришел провериться на ВИЧ? Я вылечу тебя за 5 канадских баксов. Когда захочешь полечиться или еще что-нибудь, обратись. Зачем мне деньги? Просто тратить время. Мы все равно отсюда свалим сейчас. Потому что снаряжение сейчас будет. Ни хрена себе тут. Теренс и Филипп, это, походу, единственные канадцы, которые там что-то достигли. Да здравствует принц и принцесса Канады. Ну, что тут у нас? Герой южанин, ну не могу пройти мимо Таша такой великой границы. Ты, наверное, сделал неимоверное и получил. Я принц Канады, это моя прелестная жена. А он еще пердит. Да. Чем могу тебе помочь? Что это такое? Прости, но я не знаю, что здесь сказано. Я раньше видел такой язык, но на нем говорят только в конкретной части Канады. Я считаю, что тебе нужно держать курс на запад и проверить графа Виннилега. Он тебе точно скажет, где в Канаде можно это все дело очень проверить. Но я тебя предупреждаю, дикие леса Канады долго полны лютоволков. Ты знаешь о лютоволках, не так ли? Ты же смотрел «Игру престолов». Они как волки, только большие. Все у нас уже. Так. Ой, блин. Да я думаю, здесь где-то можно что-то еще затариться купить, чувак. Давай, я что сказал? Ну не здесь же, у него блин. Ну откуда ты знаешь? Может и у него. Может и у него. Музыка вообще. Ты же давно еще играл в елки-палки в такие игры. Он тоже торгаш стоит какой-то. Ну вот я к нему иду. Не двигайтесь! Вот наши снимки! Вы с принцем и принцессой желаете... Чё-чё-чё? А, он сфотал нас. Возьми. Вот, держите. Выход вон там. Сувенир, точно. А, забирай. Да куда бы пошел? Вот тут? Забирай же, блин, ящик. Вон, тебе нашивка 12 уровня, блин. Канадский самоцвет. Вообще замечательно. Так надо тут по это, да, походить. О, ребята, до дяди Димы дошло, бля, что надо еще, блин, походить. Бля, а я что делал, ёпты. А ты, блин, хотел быстрее свалить уже отсюда, даже деньги не захотел менять. Вроде там, блин, лишние 20 баксов поменять так, на канадские, ладно, что-то ролик сыграет. Тут нету. Вот тут туда-назад надо было тебе выходить. А зачем? Ну, я думаю, там какой-то новый этот уровень. Ну, даже хотя бы то, что здесь закрыто. Yeah. А куда нам сейчас идти? Через леса, да? Ну, нам надо, получается, в эту. Квебек. Там же французы рулят. Ух ты, ёпта. А поменяй лучше, блин, бабки. Хай будут с собой, блин, эти канадские. Ну, давай. А как обратно потом на баксы поменять? Ну, ты же не все будешь менять, чувак. Сегодняшний курс 1.24 за доллар. Давай, 20 баксов, да и все. Все. Ты спокоен теперь? Мог еще поменять, конечно. Так, а куда? Вон. Вон волки. Пошел батл. Блин, нам надо было оружие. Волки вообще. Оружие поменять. Жару. А что, у нас уже левел новый, что мы его поменяем? Да. Нихера себе. Лютоволки, да смотри какие. Блин, они еще пердят здесь жестко. Слышь, у тебя сейчас баттер сдохнет, лечи его давай. Ну не какашка это, дядя Дима. Его тошнит. Блять, так что ж ты мне не говоришь? А ты сам вроде не видишь. Да музыка супер. Так, я начинаю нервничать. Да какого ты нервничаешь? Слышишь? Пали. Мы не поменяли. Смотри, как ты волка валишь. 8-битные волки. Крутяк. Вот этим грозовым бей. Нажмешь потом левую.
Все. Мне их очень жаль. Жизнь. Крутяк. Не будешь в пещеру деньги заходить? Забирай. В пещеру не будешь туда заходить? Как у пещеры это? Да. Звук это подготовил. Чё-то как... А, я думаю, что-то не напоминает. Бомбермен, помнишь, была игрушка? Да. О, они, кстати, на этом, походу, базаре. На французском. Вот этот хер. Давай переоденемся, чувак. А чё переодеваться? Нам только оружие ну, взять. Ну, оружие. Бля... Ух ты, катана еще, ничего себе. Шикарная. Ну и лук бери тоже. Сейчас мы сделаем... Да что мы там хотели взять, кстати? Уменьшает 14 левела, помнишь, у нас было? Mm-mm. Ну что, нет? 14 у нас не было. Был. Нашивка была. Может, у нас шмотку, конечно, я уже не помню. Это все хуйня. А вот это что? Игнорируется 100 брони. Да нет, для оружия. Ну давай вот это, 12. Давай. Учитывая, какой у нас там урон, да. Давай, лук. Протыкание. Ух ты, смотри, как круто выглядит, блин. Да я не помню, ты какой-то говорил там крутенный возьмешь. Кого крутенный? Это на шмотки. Давай тошнотворного. Че нет? Так как хуй хочешь, давай, ставлю. Так, иди к какому-то сундучку. Там что-то какая-то амуниция классная, я думаю, есть. Так, яйца, их надо как-то мочить. Нет. Как тебе у вас так легко научиться такой удивительной вещи? Блять. А может этот? Пердануть может. Матер со штука. Блять, чё я все время не знаю, что делать, блять. Меня уже эта хуйня достала. Ребята, вы слышали столько мата когда-то, блин? Подожди, может... Кнопку не может нажать, блин. Да не, чувак. Канадский самоцвет. Ну, понял. Да шо понял, давай эту херню надо разрушить. Каким образом? Ну, перни на нее. Да пердел уже. Давай, стреляй. Ну, а что делать? Блин, а перемещаться тоже нельзя, да? Телепортироваться. Ничего там нет. Надо до того хера по-любому. Да там он, видишь, сундук какой-то крутой. Так думай, блядь. Давай поменяем. Так что думай. А Паттерса попробуй навести. А если мелким стать? Ну или мелким, или Паттерса попробуй навести туда. Нет. Только что, ну да. Давай напарника туда. Ну шо? Ничего. Жив дракона, может? Давай. Джи. Министр какой-то Монреаля, слышишь? Вот он точно француз. Бля, ну Монреаль, да. Погодка, конечно, вообще пиздец. Да есть мысли? Да шо, пробуй все подряд. Какие тут могут быть мысли? Шептун нет. Рев дракона, так пробовали только что. Давай, значит, я эту, блин, тарелку, блин. А тарелки нет, нету этого. Ну там мало ли, может быть, какой-то ящик, блин. Да нет, тут надо разбивать эту хуйню как-то. Ну он тебе, может, и пишет что-то там, ну, не бум-бум в этом деле. Больше никак обойти нельзя. Да его разбить, конечно, надо.
А стрелял ты в него? Наводил, да. Блин, а что ж такое? Что, мы не пройдем туда? Это будет неинтересно. Без вариантов, дядя Дима. Are you serious? Алло! Ах, ё-моё! Но оно с зелёным горит, блин. Что-то с пердежом, наверное, связано. Да, я тоже так думаю. Рёв дракона. А не вонючары возьми. Тебя пробовали, по-моему, уже тоже. G. Ну что, тогда ну, пошли, да, терять время, блин. Уже и так запарились, ну нахер. Блин, сейчас попробуем на шейте. Ну и динамика, говорит. Это, конечно, круто, он. Сейчас опять жопой повернется. Бляха. Баттерса сносит на только на раз. Катан. Попробуем. Нихера себе. Это пицца. Да не этим. Какая разница? Да потому что тут по площади бьет. Нахер нам один. Ярости ты. Готовый. Полить надо было. Затрахали уже лечить. Лечись. Спалю. Так, а медведи опять подошли просто так. Медведи? Ну медведи, ё-моё, друзья. Все. Винни-Пег. Так, а куда нам вообще? А что там собрать можно, чувак? А куда нам идти вообще? О. Нет. Налево. Винни-Пег? Ну да. Такой день и помирать не страшно. Их тут. Все, молотком его, да, молотком. Ты даже еще не загорелся, ты уже херанул. Да похрену. Друзья, у нас стало просто как ночью. Как вроде Outlast записываем. А что ты туда не пошел? Куда? Ну, в Винни-Пег. Из этого, по-моему, ты ничего не взял. О, кстати, здесь купиться можно. Взял. Добро пожаловать в Винни-Пег. Это консервативный городок. Добро пожаловать в магазин. Могу ли я вас заинтересовать чем-нибудь? Да. А всё, да? Этих нету. Блин, кимоно какое-то. Еще один хер. Работа дровосека опасна, особенно докучают эти люто-медведи. Опа. Да, написано по-канадски. Но почему я должен помогать иностранцу, когда Винни-Пег наполнен люто-медведями? Вот что. Убей их всех люто-медведей, находящихся к северу от города, я тебе помогу, чем смогу. Пидарас. Ну что, всех мочить надо, да? Банф, он еще Ванкувер. Нихера себе этот крутяк. Молодцы сделали. Так, а че? Ну все города посетить надо. Там еще остров лишь какой-то. Не, ну Канада круто сделали, слышишь, в 2D. А зачем нам это? Давай, заходи. А тут нет никого. Ты когда-нибудь был в Ньюфаундленде? Лучше анального секса... В общем, нигде, кроме как в Нью-Айленде, анального секса лучше нету. Нихера себе. Добро пожаловать в магазин. Могу ли я вас заинтересовать своим продукцией? О, ну тут хоть покруче. Епископом нарядись, Дима.
Это для тебя, ты всегда мечтал. А у нас не хватит бабла, мало поменяли. Ребята, напишите в комментариях, слышишь, кто говорил, что надо бабки поменять. А у нас какой уровень это? Тоже 12? 11. Да? Блять, не хватит, да? Ну то ж, дядя Дима, блин, затупил. Давай что-то продадим. За что, за канадские бабки? Ну продавай. Дима выйдет из положения. Угу. У нас тут еще и оружие можно продать. Сынок катана круче. Ну давай же. Тут много философии. Да ладно, да. Имидж же тут можно столько напродавать. Ладно. Да почему? По 50 центов, блин. Давай покупай. Так, сейчас выйдем. Опа, там. О, там что-то есть. Не идет, блядь. С ним поговори, с вот этим хером. С хером поговори, который ходил. Принц думает, что в Канаде монархия, но богом клянусь, не все так считают. Прости, господи. Канада, банфа. Нет, ни хера. Давай денемся. Ай, оп, твою, как дебил, а мы что-то уже типа того одевали. Ой-ой-ой. Давай. Давай сменить череп. Да, да, убирай. Ух, ничего себе, отметь на карте крутяк. А мы с медведями. Биологическую угрозу, давай, вот это. Вот это круто. Не, ну это... Не, вот это. Да. Ну можно это. Не, ну это круче. Это бабские какие-то херни, понял? Какие? Ну завитушки боковые. Ну ладно, давай грим, да? Да-да там, да, нормально. Да, так какую-то бороду надо еще. Нет. Блин, вот покрасить бы, елки-палки. О! Вот это давай. Давай Стаса Михайлова. Не, не надо, ну на. Михаила Стасова. Ну все, давай, не теряй времени, блин. Я считаю, это круто. Так, давай назад, нахер. Там надо, чтобы людоволки напали. Вот. Ты видел, у нас это? Их четверо. Вот сейчас бы как раз кинуть бомбочку. Давай попробуем. Вот это? Да. Так. Нажимай, пока все фитиля каждый зажмутся. Каждый из четырех надо быстро нажимать. S, да? Да. А затем левую кнопку мыши. Так, что делать? S? Ну вот сейчас ты нажимай, вот сейчас нажимай S. И чтоб он все подпалил. Блять, а чё он все не подпали? Ты сжал S. Или ты левую нажал? Я сжал. Ну, ещё бред какой-то, блядь. Да баттер, скажу, сейчас их всех разрубит. Вот это вообще пиздец, друзья. О, видите. Они сейчас срать будут вчетвером. Вот тут дерстанули. Вот то да. Да блять, твою мать, не успел, отвлекся. Так, я думаю, серию по Канаде, наверное, надо будет на две серии разбивать что-то. Уже затянули. А мы разобьем просто потом, да? Первая часть, вторая. Мне уже просто хочется сейчас ее довыполнить. Нет, а мы тогда проходим ее, конечно. Тут осталось чуть-чуть. Вот это я понимаю удар под 7000. Но.
Так куда ж ты, блин? Да похрен они. Да ну он же ж мертвый уже, блядь, ну кинул один. Вот смотри, что ты делаешь. Блин, тут надо сейчас. Не вылечился снимать. Даже. Да, сейчас тебя замочу. Нет, замочили, бля, какие-то медведи. Возрождение. О, это ж мы купили эту хрень. Давай лечись. Это ошибка. Ёпта моя, ты не надо. Музыка. Та-да-да-да-да-рам-дам-дам. Та-да-дам, та-да-дам. Та-да-дам-дам-дам-дам. Музыка прям как в «Пиратах Карибского моря». Давай, херачь уже. О, здоровое дело. Блядь, как он затрахал, друзья. Кто? Дождь? Уканьем. Там медведь этот, волк. Давай этот, подожди. Давай букву еще возьмем. Истошило его. Тебя тоже. Блин, надо, да? На что надо? Целебный, да. Так, бей катаной, блин, да, уже заканчивай с ним. Все, 7000 разговор короткий.